Ингушетия пополнила список регионов, отказавшихся от показа фильма «Матильда». Ранее против этой киноленты выступили Крым, Чеченская республика и Дагестан. Глава Ингушетии Юнусбек Евкуров считает, что появление нашумевшего фильма Алексея Учителя заставляет общество задуматься о необходимости ввести цензуру. «Мне кажется, фильмы, подобные тому, о котором мы говорим, должны проходить хорошую цензуру. По крайней мере, «Матильда» заставляет нас об этом думать. Не надо этого бояться. От этого демократия не спадает, а наоборот возвеличивается», — заявил Евкуров в интервью радио «Комсомольская правда». По его словам, с учетом существующих реалий нужно больше снимать фильмов, формирующих духовные ценности, патриотические взгляды и убеждения, приобщающих зрителей к культурным традициям страны. Отказ кинотеатра «Дружба» от показа «Матильда» прокомментировала и депутат Госдумы России, экс-прокурор Крыма Наталья Поклонская, которая добивается, чтобы фильм не вышел в прокат. Цитата. «Решение прокатчика из Ингушетии, отказавшегося показывать фильм Алексея Учителя по соображениям мира и поддержки других конфессий, ведет к всеобщему миру между народами». Конец цитаты. Напомним, директор департамента кинематографии Минкультура России предложил местным властям самим решать, стоит ли показывать ленту в регионах с учетом особенностей традиции. Фильму «Матильда» выдано прокатное удостоверение с рейтингом 16+. Оно выдано на всю территорию России. При этом органы исполнительной власти регионов, руководствуясь традициями и обычаями проживающих на их территории народов, могут самостоятельно определять целесообразность показа того или иного фильма.